20 апреля высокие ставки. Неожиданно для себя я узнаю, что являюсь участником трехстороннего матча за выход в финал турнира. И кто же становится моими оппонентами? Мои боевые друзья Алекс ЧП и Александр. А кто же мне назначил этот матч? Михаил Сергеевич Никитин. Ты думаешь, я буду к тебе так обращаться? Я буду к тебе обращаться просто Миша. Послушай, Миша, как только ты стал генеральным менеджером, ты открыл двери врагам. Когда был Лео, такого не было, но сейчас не об этом. Сейчас я поговорю о второй проблеме, которая будет присутствовать в данном матче. Александр, ты совсем с кукухой поехал? Я и ЧП всегда старались помочь тебе достичь чего-то, но ты подходишь к высоким ставкам, не имея титулов у себя в кармане, а? У тебя нет опыта выигрывать важные матчи. Поэтому, Александр, сначала мы изобьем тебя, а потом с ЧП, с моим хорошим другом, в честной мужской борьбе решим, кто же выйдет в финал. Но так как у ЧП уже есть два титула, а у меня только один, ну зато какой, я думаю, он уступит мне такую возможность. Увидимся.